появилась в виде обрушения моста в Италии. По предварительным данным спасателей, из-за обрушения моста погибли не менее 20 человек. В сети появилось видео момента обрушения части автомобильного моста у итальянского города Генуя. Часть моста Морандино автомагистрали И-10 рухнула, по предварительной информации, из-за деформации конструкций. Как сообщает издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на слова спасателей, в результате обрушения погибли по меньшей мере 20 человек. Отмечается, что во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. По словам министра транспорта Италии Данила Танинилли, авария стала большой трагедией для страны. Он также сообщил в Твиттер, что уже направляется на место катастрофы вместе со своим заместителем. Как сообщалось, обвалился большой участок моста Морандино над рекой Полчевера. Сейчас трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Морандино был построен в 1960-х годах. За минувшие годы он многократно ремонтировался. Мост достигает более километра в длину, высота моста – 90 метров. Напомним, в марте в Майами обрушился мост, под которым было много автомобилей. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS.me/correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.